Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сертификаты на получение специальной ипотеки 28 учителям из 17 муниципалитетов Подмосковья, в том числе 5 педагогам из Мытищ, сообщает пресс-служба правительства региона. Программа «Социальная ипотека» реализуется по инициативе губернатора с 2016 года. По ее условиям государство берет на себя обязанность по выплате первоначального взноса и полной стоимости жилья по ипотеке. Собственник жилья оплачивает только проценты по кредиту, в зависимости от того, какую недвижимость он себе выберет. Претендовать на получение такой меры поддержки могут специалисты, соответствующие ряду требований. Так, одно из важных условий – педагогический стаж работы не менее 5 лет, возраст до 45 лет, высокие результаты профессиональной деятельности, портфолио, а также наличие соглашений на осуществление трудовой деятельности в образовательных организациях Подмосковья на срок не менее 10 лет.